Привет, с вами Корней. Я наконец вернулся из командировки и снова имею возможность снимать моих гомункулов. Как вы видите, Пикачу еще больше погрузился в слоупока. У меня уже сейчас нет подозрений, что один гомункул пожирает другого, потому что это просто закончилось бы намного быстрее. Также я не думаю, что это спаривание, как думал раньше, потому что спаривание, я думаю, закончилось бы еще быстрее. Мне кажется, что правы те мои зрители, которые предполагают, что мы наблюдаем слияние двух организмов в один, тем более, что в природе подобные факты известны. Ну, об этом и говорят некоторые такие косвенные моменты. Например, у слоупока исчез глаз. Я, конечно, надеюсь, что он возникнет, но вот пока он зарос, его почти не видно, там только небольшой такой бугорок остался. Я думаю, что это происходит от того, что организм находится в стадии трансформации, и такой сложный орган, как глаз, он, скорее всего, вот таким образом защищается. А может быть, даже глаз превращается во что-то иное. Ну, тут уже я не могу знать, это покажет время. У Пикачу полностью исчезла электрическая активность. То есть, вот я замерял прибором, показания там на уровне погрешности прибора, то есть электрической активности нет. Ну, наверное, стоит сказать о том, как я их кормлю, потому что многие об этом спрашивают. Ну, по-прежнему я добавляю протеиновую смесь, спортивное питание в воду. И слоупок, который раньше так и питался, очевидно, всасывая питательные вещества через кожу, вот он, мне кажется, даже немного подрос. А как вы помните, Пикачу я кормил кусочками мяса. Сейчас Пикачу так питаться не имеет возможности. И вот даже мне кажется, что он немного похудел. Ну и самое интересное мое наблюдение, которое я успел сделать, это то, что похоже, что у этих двух организмов нервная система сливается в единую. Что эти организмы только внешне сейчас кажутся разделенными, да и то уже не полностью. А нервная система у них уже одинаковая. Сейчас я вам продемонстрирую, как я это понял. Кстати, в последнее время появилось несколько очень забавных комментариев на моем канале. Кое-кто предполагает, что это вот не аквариум, а экран монитора. Ну что ж, сейчас вы убедитесь, что это не так. Итак, в моих руках кисточка. Сейчас я погружу ее в аквариум и воздействую на Пикачу. Посмотрим, как он на это внешнее воздействие отреагирует. Вот. Ну, здесь, казалось бы, ничего удивительного нет, все закономерно. Но теперь сделаем то же самое со слоупоком. Они реагируют как единый организм. Так, еще раз. Вот. То есть, действительно, можно предположить, что нервная система у этих двух организмов уже стала единой. И остается только дождаться, когда и тела эти полностью сольются, и организм станет единым до конца. Потому что мне кажется, что тело вот этого слитого гомункула, уже единого организма, может оказаться каким-то любопытным, обладающим совершенно новыми качествами. Поэтому следите за новыми видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Корней. Пока.